Начал делать себе грибной ножичек, вот решил немного приукрасить травлением сам клинок. Сейчас лак высохнет, маленько потравлю. Это был обычный кухонник сломанный, раза в три длиннее. Сейчас вот здесь вот длина 9 сантиметров у лезвия, ручка 10. Ну это чисто как раз для леса, такой ножичек будет за грибами ездить, ну и на рыбалку соответственно. Травлю самым простым способом, с помощью блока питания на 12 вольт, не знаю сколько он там ампер. Здесь вода с солью, солевой раствор, высококонцентрированный, тут вот на стакан 2 ложки соли. Вот на этот гвоздик наматываю ватку, а этот прислоняю просто к лезвию и потихоньку вожу. Все довольно примитивно, конечно, травить лучше было сразу, до того, как я вклеил само лезвие в ручку. Ну, как говорится, умная мысля приходит опосля. Клеил, посмотрел, что полированное не очень будет красиво смотреться, и решил немного протравить хотя бы вот такую вот абстракцию, чтобы немного, ну, чтобы разнообразилось. То есть вот таким нехитрым способом это все дело протравливается. В принципе, как вы можете убедиться, тут вообще ничего сложного нету. Просто чуть-чуть прикасаетесь, чтобы не поцарапать лак. Рисунок можно нанести любой. Я вот сильно не старался. Ну, сейчас посмотрим, что из моего нестарания получится. Ну, точно так же сейчас протравлю вторую сторону. Ну вот и все, думаю. Теперь давайте снимем лак, глянем на конечный результат. Нож у меня будет рукоять дубовая, кожаная проставка. И больстер из палисандра. Лезвие, как я и говорил, это старый сломанный кухонный нож, который был само лезвие практически как вот этот весь. То есть он был шире и длиннее. Ну а сейчас я займусь непосредственно обработкой рукояти. Так, ну вот промежуточный этап. Грубо обработал. На улице под 40 градусов жары, поэтому станок нагрелся. Маленько сейчас сделаю паузу и буду уже на чистовую обрабатывать. Так вот уже вот выглядит. Ну, конечно, ручка еще грубоватая, она будет меньше. Просто пока снял все на черновую. Как вы можете убедиться, рукоять уже приобрела свою форму и уже выглядит более-менее похоже что-то на нож. Чуть-чуть оставшиеся от крупной шкурки заусенца надо снять более мелкой. Потом можно будет полировать войлоком. Ну вот так вот немного полирнул лезвие. Вот что получилось. В принципе, я считаю, так намного лучше, когда оно было просто зеркальное. Какой-то рисуночек непонятный, но смотрится уже более оригинально. Осталось ручку покрыть лаком, и нож будет готов. Перед тем, как покрывать лаком, пропитал вот такой вот пропиткой. Подтонировал немного как раз рукоять. Сделал потемнее. Сейчас она впитается, она довольно-таки быстро впитывается. И можно будет покрывать лаком. Ну вот и все. Лаком покрыл. Оставляю до завтра сохнуть. Позавчера отпилил ручку. Залил эпоксидкой. Ночь простоял, вчера доделал. Вчера вот протравил лезвие. Все отполировал, вывел. Покрыл лаком, оставил еще на ночь. Вот лак сейчас высох. Итак, нож практически готов. Осталось его заточить, само лезвие, и сшить к нему ножны. Ножны буду шить вот из этого кусочка кожи. Она толстая, как раз должна под него подойти. Сейчас этим и займусь. Взял вот такую вот капроновую нитку. Теперь, чтобы она лучше скользила, не надо ее вот так вот
через парафин протянуть. Нитка готова. Теперь можно заняться разметкой ножа. Для этого беру кусок любого листа, внутрь ложу нож, так вот сгибаю и начинаю контур ножа вот так вот подгибать, чтобы у меня вырисовалась структура. Эта бумажка мне послужит шаблоном. То есть, вот как вы видите, вот такой вот треугольничек получился. Теперь отступаю примерно сантиметр. И также по контуру теперь все это дело обрисовываю. Ну и теперь начинаю вырезать заготовку. Все сделал с хорошими припусками. Так что тут сильно красота не нужна. Дальше это все равно все потом будет обрабатываться. И лишнее уберется. Теперь проверяю. Да, вот что-то такое у меня и будет. Дальше укладываю шаблончик на кожу и аккуратненько также его обложу. Как раз вот этот кусочек кожи четко подошел под заготовку. Теперь вырезаю. Ну, вот такая вот заготовочка получилась. Еще раз примеряю все. Вроде все получилось. Дальше мне еще нужна будет вот сюда вот вставочка дополнительно с кожи. Ее делать буду прямо по этой же заготовке. Вот как можете видеть, осталась вот полоска от лезвия. Вот так вот по ней прям положу. И вот так вот отрезаю. Вот что получилось. Теперь еще с одного кусочка кожи мне нужно вот такую же штучку вырезать. Также сейчас размечу, отрежу. Теперь это все дело надо склеить. Обратите внимание, здесь вот сделал небольшую шишечку. Это будет своего рода замочек, чтобы не выпадал нож, в общем. Теперь все это дело будем клеить. Клеить буду 88 универсальным, особо прочным, водостойким клеем. Подождал несколько минут, скрепляю, и надо будет теперь это все дело придавить. Зажал между двух досточек, подтянул струбциной. Теперь это все дело оставляю до полного высыхания клея. Итак, клей подсох на ножнах. Теперь нужно обработать вот эту кромку, выровнять ее, наметить отверстие, и можно прошивать. Да, и кстати, забыл сказать. Если бы мне нужен был монтаж, ну, крепление ножен на ремень, я бы сперва вот здесь вот разметил бы и пришил бы изначально ремешок, а только потом бы начал клеить, потому что в таком состоянии это уже никак не сделаешь, прошивать надо вовнутрь. Но это у меня будет нож-гребнячок, то есть я хочу себе сделать вариант подвеса на шею, а это делается очень просто, вот здесь вот будет 4 отверстия. Вставлю вот так вот шнурок, и вот он у меня будет висеть вот так вот на шее. Поэтому мне здесь никакие крепления не нужны. Это вот важно сразу же знать. То есть, если вам надо на пояс, сперва вот здесь вот размечаете, с какой стороны он у вас будет висеть. Делаете хлястик, в который будет вдеваться ремень. Вот так вот немного обработал кромку. Теперь можно начинать прошивать. Намечаю место, где буду прошивать карандашиком. Просто вот так вот карандаши пальцем по бортику веду. Видно, не видно? Вот линия получилась. Теперь с помощью вилки сейчас намечу отверстие и шилом буду протыкать. И вот так вот начинаю размечать. Ничего сложного в этом нету. Главное все это делать по линии. Вот так вот наметил отверстие. Теперь с помощью тонкого сверла, дрели или бурмашинки это дело надо просверлить.
Главное не торопиться. Сейчас все просверлю и продолжим. Вот такой вот итог получился. Теперь можно приниматься за прошивку. Два крайних отверстия, сверху и снизу, дополнительно еще расширяю шилом, потому что здесь будет двойной узелок. Теперь беру две иголки широким ушком и вставляю в них капроновую нитку. Вот такая вот штука получилась. Начинаем прошивать со второго отверстия. Продеваем нитку, выравниваем. И теперь в первое отверстие одну и вторую. Сразу же это дело подтягиваем. И теперь начинаем шить в обратном направлении. Опять же вот так вот во второе. Тут ничего сложного нету. Время и терпение. Затягиваем. И пошли теперь прошивать дальше. Еще один нюанс. Шить всегда начинать лучше с одной стороны, чтобы шовчик был ровненький. То есть, если вот так вот я положил ножны, сперва сверху заправляю иголку, потом снизу. Подтягиваю. И опять сперва сверху. Потом снизу. И опять подтягиваю. Тогда у вас шовчик будет прям идеально ровненький. Когда прошили до самого конца, я вот этих вот два крайних отверстия расширял. Делаем точно так же. В последнее отверстие вставил иголочку. В одну и вторую. Подтянул. И теперь возвращаюсь в предыдущую. То есть, скажем так, усиливаю. С одной, что с другой стороны, получается везде вот в одну линию, а здесь в двойную. Ну а теперь это дело надо завязать, то есть одну беру обратно в самую верхнюю, возвращаю. Да, вот так вот он у меня будет висеть на груди, то есть вот это вот у меня будет задняя часть. И вот здесь вот сейчас завяжу и подплавлю зажигалочкой. То есть, как вы могли убедиться, все очень просто делается. Так вот остались два хвостика. Теперь их зажигалочкой подплавляем и приплюснули. Вот, пожалуйста, 10 минут работы и ножны прошиты. И обратите внимание, что шовчик ровный с обоих сторон. Хотя никаких специнструментов у меня не было. Только вилка, две иголки и дрель. Теперь для подвеса нужно разметить 4 отверстия. Дальше вставил вот так вот деревяшечку. И вот таким вот сверлышком сейчас их просверлю. Чем это сверло удобно? У него сразу же на конце есть направляющая, вроде шила. Не промахнешься. Получились как выбитые пробойничком. То есть даже заморачиваться не надо. Теперь займусь самим подвесом. Хочу вот из такого кусочка дуба сейчас сделать две что-то в виде бусинки. Одна будет снизу, одна сверху. Ну и ножны практически готовы. Выпилил вот с той баклажечки две заготовки. Тем же самым сверлом просверлил в них отверстие. Немного на гриндере скруглил, теперь зажал вот так вот в дрель. И здесь с
помощью наждачной шкурки, так же как я делаю поплавки сюда. Ну вот, бабышечки готовы. Шнурок вставляем в дальнее отверстие. Приблизительно отмеряю половину. Дальше продеваю обратно во второе. Теперь вот здесь вот вывожу в первое. И вот эту вот часть также в верхнее отверстие. Такой вот нехитрый подвес для шеи получился. Дальше надеваю одну бабышку и туда же вторую. То есть, если надо будет, допустим, таскать его на ремне, вот этих две бабышки сдвинули, здесь завязали на бантик, у вас подвес для ремня не нужен для шеи. То есть вот эту отодвигаем. Тут вот завязал какой-нибудь бантик, узелочек. Вот так, к примеру. Все. Ножны готовы. Осталось только заточить нож. И можно ехать в лес за грибами.